За достижения в сфере молодежной политики в Омске принято вручать премии. Такая традиция сложилась в нашем регионе уже давно. Каждый год губернатор Омской области поощряет тех, кто активно участвует в реализации молодежной политики, решает социально-экономические проблемы молодых граждан. По итогам 2014 года глава региона Виктор Назаров отметил начальника отдела по делам молодежи администрации Тарского района Сергея Мартынова и руководителя творческого направления молодежного форума «Ритм» Татьяну Жарову. Это признание. Столько лет я преподавала в институте историю искусств, историю костюма, столько лет я веду различные молодежные проекты, и это зачастую больше всего волонтерски. Просто мне хочется, чтобы Омск был сильным. Здесь рождаются и развиваются, и по всей России находятся мечи с красивыми творческими мозгами. Буквально в каждой интересном предприятии везде мечи. И это не пустые слова, это здорово. Главой региона были также отмечены организации муниципальных районов, среди которых Москаленский центр по работе с детьми и молодежью, общественно-молодежная организация «Азовские ребята» и Омский государственный аграрный университет. В беседе с лауреатами премии Виктор Назаров выразил благодарность каждому из участников круглого стола и обсудил с ними приоритетные направления дальнейшего развития молодежной политики. У нашей молодежи на территории региона есть огромный потенциал. И, соответственно, этот потенциал нужно направлять, наверное, в то нужное русло, чтобы не просто наши молодые люди чувствовали то, что они, наверное, просто живут, учатся там где-то, работают, но и сами включались в этот процесс, который мы с вами вместе должны этот процесс организовать. В завершении беседы глава региона принял приглашение на крупнейший в нашем регионе молодежный форум «Ритм», который пройдет в Саргатском районе с 6 по 12 июня.